Захар! А? А! Слазь с трубки! Нельзя! Я вперед глядящий! Я вперед гляжу! Уже не надо! Как не надо? Долбанемся! Не долбанемся! У нас теперь механизм есть. Загогулина завертится, механизм нагреется, фиговина засветится, показывать начнет. А ты сидишь в рубке, на 100 миль все кругом видишь. Понял? Нет. Слазь, я тебе попроще объясню. Пойми, земля по курсу. Погоди-ка. Ошибаешься. По этой фиговине никакой земли нету. Да как же нет, когда она на горизонте? Не бреши! Нету земли. У тебя же загогулина не туда смотрит. Куда надо, туда и смотрит. Тебя не спросили. Это разверни загогулину, разверни. Она тебе покажет. Показала? Не показала. Нету никакой земли. Да как же ее нет, когда вот уже глазами видно. Глазами хватит. Понадоверялись невооруженному глазу. Шибанет. От чего она работает? Не от чего, а на чем? На чем? На чем? На электричестве. Током шибанет. Загогулина завертится. Механизм нагреется. Ты что, это воткнул? Думаешь, надо? Думаю, долбанемся же! Нету земли. Трепач, паникер! Да над этой техникой 2 КБ! 3 НИИИ голову себе ломали! Не глупей тебя! Фомич, обернись, погляди, земля! Корабль поломаем! Нету земли! Понял? Не понял! И не поймешь! И не могу я этого понять! Не могу! Как же ее нет, когда вот она! Вот! Разрешите покинуть корабль! Я тебя покину! Мракобес! Да вот же, можно рукой пощупать! 20, 15, 10, 9. А я ошибку нашел. Я его этот механизм в радиосеть включил. Это мы сейчас мигом исправим. Ты смотри, корабль в щепки. Техника в дребезги. А мне хоть бы что? Человек сильнее механизма. Понял? Нет.